анализировать и сравнивать одно с другим. Несостыковки ведя и малую похожесть. Мы понимаем, Авраам есть Ибрагим. И в мусульманской вариации он Божий. По признакам таким-то, по поступкам, по качествам, привычкам узнают. Сморчка трухлявого и за полтинник купят. А этому дать взятку и послать на юг. Анализы дают в натуре представление по общим признакам, что где-то было так. Одно с другим не торопясь мы склеим наш опыт и у Мишка качеству верстак. Так иудеи в прошлом просчитались, когда исследовали жизнь Христа Иисуса и находили, что не был в начале, что с доказательствами у него не густо. И Авраам его не видел, видеть и не мог, какого-то бомжа из града Назарета. Сей Иисус не Божий сын, совсем не Бог. И Авраам под дубом не его же встретил. Анализировать приходится всегда по мелочам. То здесь, то там следы и отпечатки. Исследовать пророчества, о них не умолчать. Со звездочки одной рассвет у нас начаться. В истории библейской столько слез, страданий непрерывных и несправедливых. Блажен, кто крест до финиша донес. В конце восторжествует правда, а не кривда. Страх Божий, страх гиенского огня. Уздой является суровость уделами. Наказывает дитя, как это не понять? Грех непокорства приведет их в пламя. Анализируя себя, свои поступки, познал, что грешник я непоправимый. И только жертвою своей меня Христос искупит. Рождение свыше дал Христос, отнюдь не херувимы. 1 августа 2009 года.